Всем привет, друзья, с вами Мамай. Сегодня будет очень необычный ролик, но я в предвкушении, ребята. Мне очень интересно, как это получится, потому что Call of Duty вышла на мобильные игрушки, и я обожаю эту игру. Вот никакого, ребята, там вранья и так далее. Я играл с детства, еще тогда были диски, мне батя приносил эти диски, и я постоянно проходил эти серии, иногда сидел прям весь день, усирался, лишь бы за вечер пройти ее. Очень интересно было, сюжетную линию любил. Не особо играл на супер больших сложностях, но вот здесь есть Call of Duty мобильная версия, и все это потому, что мой iPad опять отжала дочка, а телефон у меня такую игру не потянет. Поэтому мы это сделаем через ПК, для этого нам поможет BlueStacks, и давайте зайдем в Call of Duty. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, наконец-то, ребята. В общем, загрузка материала, давайте мы с вами пройдем обучение, давайте закроем, чтобы это нам не мешало, потому что сейчас F1, это будет прицеливание, но Ctrl-X-H. В принципе, настройки Ctrl-X-H, здесь все редактировать можно, удерживать, освоить курсор, левый клик, правый клик, прицел, охват, перезарядить. В принципе, все как в Counter-Strike, как и в обычной Call of Duty. Добро пожаловать в учебный. Так, окей, я понял. Тут. Окей. Так, давайте немного настроим. Кстати, почему качество графики стоит низкое? Так, удерживать, сейчас выйти. Охват. Правый клик. Окей, мы сейчас разберемся. Рабочий навык, перезарядить. Удерживать, чтобы освоить прицел мышью. Ну-ка, давайте попробуем. А, все, понял. Ну, честно говоря, это не особо удобно через F1, хотя... F1 зажимать. Интересно, какая клавиша здесь помогла бы? Давайте сейчас посмотрим, если H свободно. Допустим, F1 мы убираем. Редактировать. Сделаем H. Сохранить. Все, ну-ка теперь. Не, H тоже не особо удобно. Потому что AG, G, GG, GG, Q пропустить. G свободно, давайте попробуем G. Это ключевое, что нам сейчас надо изменить, редактировать. G, сохранить. Сохранить, все, выходим. Ну вот так более-менее уже удобно. Так, подбираем. Погнали. Наведите. Окей. Это супер легко наводить с мышкой. Это чит, конечно. Окей, давайте с прицелом попробуем. Вот с прицелом вообще топ. Нажмите параметры. Так, окей. Сейчас мы вот тут сделаем немного повыше, чтобы понять. Параметры, настройки. Прицеливание. Продвинутый режим. Давайте сделаем продвинутый режим. Так, давайте мы сейчас это свернем, чтобы нам не мешало. Нажмите и удерживайте, чтобы стрелять. Так, продвинутый не особо, упрощенный получше. Давайте упрощенно сделаем. Вот так вот, вот так вот. Все. Ох, у нас снайперка тут есть. Что-то обучение супер долгое. Так. Отлично.
Так, давайте посмотрим. Это все, конечно, от неопыта, потому что я еще не особо опытен в этом плане. Шестерочка, я понял. Надо будет изучать. Нажмите 2, чтобы ускориться. Давайте немного прозрачным оставим. Так будет. Вот так. Еле видно. Вот так, вот так. Все. Продолжить. Продолжить это буква F. Окей, я понял. Теперь давайте сыграем реальный матч. Что-то обучение супер долгим было. Окей. Отличная работа. Давайте заберем оружие. Покупаем себе винтовочку. Сейчас, кстати, сделаю. Дайте мне настройки зайти. Окей, дайте настройки зайти. Почему вы? Блин, боже, почему они это делают? Я немного оставил яркости для того, чтобы помнить, что где как. Выбрать, окей, настройки. Настройки. Громкость, громкость. Где громкость? Глубина резкости. Звук, вот звук. Давайте сделаем поменьше. Потому что орёт пипец. Вот так? Вот так нормально. Голосовой чат нафиг не нужен, микрофон тоже. Все, в принципе, надеюсь, это сохранилось. Все, погнали. Погнали тащить, наши там проигрывают. Ой, хедшот, нормально, тройное убийство. Но это походу боты, да? Я вам покажу. Ну да, судя по их стрельбе, это либо новички супер топовые, либо... Нормально, нормально, тащим. 10-6, нифига себе, а как вы столько раз слили, пацаны? Кстати, я могу бомбежку устроить, давайте сейчас это сделаем. Погнали, тут присядем. Погнали. Найс, тащили мы. Осталось еще сделать 4 килла. У меня, как обычно, тиммейты какие-то раки. Ай. Осталось 2. Братан, так нечестно. Ладно, давайте, по красоте сейчас сделаем. Погнали, под себя. Пофиг. Я, в принципе, тоже погибнуть должен был, но затащили. Нормас. Качество графики низкое. Интересно, почему так? У меня, по сути, не самый слабый компьютер. Надо бы это поправить. Надо бы поставить более жесткую графику. Так, сохранение прогресса. О! Отлично, нам нужно нажать М. Уровень повышен. О, гранаты. Окей, спасибо за гранатки. Они, я думаю, пригодятся нам. Тут, в принципе,
Под все темы есть горячие клавиши, можно C нажать и дальше пройти. Но вот так более-менее прикольно. Выполнение задач боевого пропуска может принести вам награды, я понял. Типа задание выполняя, да? Окей, давайте сыграем реальный матч, чтобы прям жестко было. Но сейчас тут 2 часа будет мне гранатками награждать. Я тебя понял, Райли. Кстати, мы с тобой, братан, играли. В обычной версии, вот мы и с тобой встретились. Не онлайн игрушка. Давайте добавим комплект. Гранату без проблем. Летальная граната. Взять. Готово. Я понял, типа прокачиваю, да, оружие. И, конечно, как бы же, без улучшения. Купить еще. Макс. Отлично, мы улучшили винтовку, поставили модуль. Блин, но что-то это все очень долго затягивается, прям обучаю 2 часа. Проведите пальцем, чтобы пролистать список. Ну, окей, давайте. Давайте возьмем эту винтовочку. Можно, пожалуйста, меня отпустить в матч, хочу поиграть. Так я же нажал. Получили. Окей. Награда, спасибо. Погнали, сетевая. Рейтинговый бой. А можно рейтинговый бой сыграть? 10 уровень качать. Ну да, на обычных боях, походу, лайтовые соперники. Ну ладно, сейчас. Вот сейчас, может, найдет реальных бойцов. И мы с ними зарубимся. Ожидание. Ожидание довольно-таки долгое. Наконец-то. Давайте посмотрим состав. Показывает. Окей. Второй. Там четвертый есть. Прокачанные челики. Хайджекет. Окей. Выбрать. Погнали. Наш комплект. Так. Цель 50. 50 баллов. Комплект. Окей. Одна граната есть. Только как ее кидать, напомню. Так. Я понял. Ладно, по ходу дела разберемся. У нас тут корабль уже завоевывать надо. Отвоевывать. И, кстати, матч. Ой-ой, баратан, ты че? Джакузи решил принять? Дома надо было купаться. Хедшот. Я знаю, братан. Давайте сейчас зайдем с тыла. Кто-то тут бегает. Здорово. Сейчас мне налупят со спины точно. Перезарядка. О, бежит. Кто-то тут бегал. Где все? Я слышу много шагов. Ой. Ой-ой. Ай. Я сейчас сдохну. Окей. Где все? Давай, выходи. О, вышел. Бежит, бежит. Нет, ну хоть кто-то меня впервые за 2 минуты убил. Нажмите дважды, чтобы пропустить. Пропустить? Зачем мне смотреть, куда он побежал и так далее? Эй, шпион. А че не стреляешь-то? Ты его не видишь, что ли? Видишь, он тут с винтовки наших лупит. Снайпер уничтожен, да, братан? Так, 15-6, побеждаем. Так.
Так, граната брось, тройка. Давайте сейчас кого-нибудь бросим гранату. Давайте. Надеюсь, я ее за борт не выбросил. Походу, реально, походу, рыбок подбил. Давайте попробуем еще разочек. Будет нам... Сейчас, смотрите. Сейчас по красоте сделаем. А, тут 3 секунды. Ой, сейчас взорвется нафиг. Блин, вот это жесть. Что я творю? Отменить ее тоже же можно. Ладно, еще можно по карте ориентироваться. Где соперники. Где наши враги. Давай, давай. Найс. Двойное убийство. Давайте, погнали. Да, блин. Это хедшот, походу, был. Погнали. Все никак нормально. Гранат долбануть не могу. Кстати, можно самолет использовать какой-то. Давайте проверим, как он работает. Но если мы сейчас долбанем самолет, то мы же тоже потонем. На! Блин, ну я, конечно, надо научиться делать. Давайте попробуем самолетик. Стойте, а я же не использовал все. Красные точки. Найс. 35, побеждаем. Осталось 14 кило. Ай-яй. Давайте тут заныкаемся. Давай-давай, идем. Кто-то идет. Здорово, братух. Это такое, чисто в кустах засел, да? По-братски. Это свой. 5 осталось кило. Кто-то ливнул, что ли? Еще трое. Ой, кто такую ракетку дал? Правда, по счетам дали. Отлично. 50-13. Вот так вот в голову прописал в конце. Ну, в общем, прикольная игра, ребята. Если тоже хотите поиграть, я ссылочку оставлю в описании. Сделайте по красоте, будете тоже всех тащить, потому что, ну, с мышкой целиться это чит. Это имба. И очень прикольно все получилось. О, сами видите, да, кто лучший. Кто лучший в этом матче? Вы сами все видели. Уровень повышен. Выход. В общем, как-то так. С вами был Ма. Если хотите, чтобы я тоже код иногда записывал, то пишите про это, я обязательно замучу. Если понравился вам ролик, закидывайте лайк и не забывайте чекнуть описание, ссылочку там оставлю. В общем, с вами был Ма, ребят. Всем удачи и всем пока.